Новости на канале СТВ, в студии Юлия Калашникова. Добрый вечер. Нормализация отношений с соседями и участие в различных интеграционных структурах – таковы, по мнению экспертов, первостепенные задачи уже фактически новоизбранного президента Грузии Георгия Маргвелашвили и обновленных властных структур страны в целом. Причем Маргвелашвили набрал 62,11 голосов избирателей. Его главные соперники Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе набрали около 21% и 10% голосов соответственно. Напомню, страна голосовала за нового главу государства накануне. Официальные итоги подведут через 20 дней, но уже понятно, что безусловное лидерство у Георгия Маргвелашвили. Он уже называют дату инаугурации 17 ноября. После этого изменится форма правления в стране с президентской на парламентскую. Первостепенная задача уже фактически новоизбранного президента – нормализовать отношения с соседями, участвовать в различных интеграционных структурах. Причем определенную роль в этих процессах сами представители грузинского политэстеблишмента отводят Беларуси как локомотиву интеграции на постсоветском пространстве. О Грузии после завершившихся накануне президентских выборов рассуждает Глеб Лавров. Георгий Маргвелашвили. Более 62%. Напомню, это по данным с почти 91% избирательных участков. Какой бы ни стала дорога Грузии при новом президенте, первый шаг ее уже точно нового этапа был сделан накануне. В стране победой кандидата от правящей партии завершились исторические президентские выборы, после которых форма правления в ней сменится с президентской на парламентскую. Произойдет это в день инаугурации, 17 ноября. Но ожидается, что еще до него, буквально в ближайшие пару суток, уже станет известно имя нового премьера. Фактически, первого лица обновленного государства. Ну а пока в Грузии время, чтобы закончить подсчет голосов и провести анализ кампании. Этим же заняты в том числе и сотрудники 10-го зарубежного избирательного участка, который был открыт на территории посольства Грузии в нашей стране. Было только одно желание – реально создать ту атмосферу, чтобы человек мог прийти и сделать свой выбор в максимально комфортных для него условиях. Ну, итоги вы знаете. Главное, что все прошло хорошо. Впрочем, это же время многие специалисты считают важным и по другой причине. А именно, потому что сейчас, как никогда, и не только для Грузии, самое время укреплять сложившиеся связи и искать новые способы совместной внешнеполитической работы. Поскольку на сегодняшний день очень важный момент для Грузии – это налаживание отношений со своим соседом, с Россией, я считаю, что для этого очень будет важна роль Беларуси как медиатора, как партнера на международном рынке. Беларусь очень значимая евразийская страна. Находясь на перекрестке Европы и Азии, она представляет интерес для всех. Следовательно, для Грузии не только желательно, но и обязательно быть с Белоруссией. В этом же ключе многие видят и роль, отведенную народом Грузии победителю выборов. Представителю правящей партии «Грузинская мечта», экс-министру образования, социологу и философу Георгию Маргвелашвили. Для президента, я думаю, будет полезно, и самое лучшее, что он может сделать, это быть объединяющей фигурой. А значит, новому президенту Грузии, да и новому премьеру страны будет нужно учитывать позитивные внешнеполитические возможности, за которые ратуют разные тамошние силы. Будет важно не забывать и о теплых, простых человеческих отношениях, традиционно связывающих жителей Грузии и Беларуси. Глеб Лавров, Анастасия Винчо и другие, телекомпания СТВ. В Беларуси не только подводят итоги марафона большой политики, который прошел накануне в Минске. Белорусская столица на высоком уровне, как отметили гости, приняла заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также саммит глав государств СНГ. Одной из главных тем разговора стала подготовка к подписанию договора о новом экономическом объединении в мае 2014 года, а как следствие и будущее Евразийского экономического союза. Уже к 2015-му между странами-участниками новой структуры Беларусью, Россией и Казахстаном не должно остаться таможенных барьеров. Кроме того, в числе наиболее важных экономических решений Минского саммита договоренность глав государств таможенной тройки о ликвидации в перспективе существующих барьеров в торговле в рамках таможенного союза ЕЭП. О политических и экономических перспективах выбранного интеграционного курса сегодня говорят эксперты и политологи.
В настоящий момент практически все политики, все лидеры СНГ готовы идти на более серьезное экономическое сотрудничество. И в этом плане создание Евразийского экономического сообщества, о котором уже неоднократно говорили лидеры Беларуси, Казахстана и России, как нельзя хорошо вписывается в ту систему интеграции, которая предлагается на всем постсоветском пространстве. Если этот процесс пойдет, если будет явное улучшение качества жизни людей в данном образовании, если пойдут хорошие экономические процессы, то можно будет говорить о том, что перспективы есть. И к этому союзу будут присоединяться другие страны. Уже известно о том, что и Армения, и Кыргызская республика изъявляют желание присоединиться к данному образованию. Прозвучала информация также о том, что интересуются Турция и Индия. СНГ, по словам специалистов, сегодня хорошая платформа для дальнейших интеграционных шагов и своеобразный проектный центр. Об этом говорит и широкий пакет документов, подписанный по итогам минских переговоров. Договоренности охватывают различные направления – экономическое, гуманитарное, сферу безопасности. Главы государств СНГ также одобрили программы о сотрудничестве по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств. Все это свидетельствует о наличии общих интересов на пространстве Содружества. СНГ продолжает, первое, оставаться площадкой для такого вот рамочного сотрудничества на постсоветском пространстве. Мы видим реальные плоды вот этого сотрудничества, например, тоже безвизовое пространство, общие параметры экономическое, политическое развитие и так далее. Стоит сохранять вот такой формат взаимодействия, ну и плюс к тому же его необходимо наполнять реальными проектами. Миссия МВФ считает совместный план правительства и Нацбанка Беларуси по реформированию экономики хорошей отправной точкой. Сегодня представители Международного валютного фонда подвели итоги своего недельного пребывания в нашей стране. За это время состоялись встречи с премьер-министром Беларуси, главой Нацбанка, министрами финансов и экономики. Руководитель миссии поблагодарил белорусскую сторону за откровенный конструктивный диалог. В итоговом заявлении был отмечен ряд положительных моментов в намеченном реформировании экономики. Миссия приветствует ряд элементов плана совместных действий правительства и Национального банка. В частности, мы поддерживаем намерение перевести все целевое и субсидируемое кредитование в Банк развития и активизировать работу по приватизации. Эти планы являются хорошей отправной точкой и при условии их надлежащей реализации обеспечат столь необходимое движение вперед. Миссия МВФ также приветствует усилия властей по присоединению к ВТО. Что же касается новой программы по предоставлению финансирования, то на данном этапе она не обсуждается. Однако в будущем такая вероятность сохраняется. МВФ продолжит тесное сотрудничество с белорусскими властями в рамках консультаций по вопросам экономической политики. Россия и Беларусь – историческая и духовная общность. Под таким названием в Полоцке стартовала Олимпиада школьников союзного государства. Участвуют в ней 200 старшеклассников. Они лучшие из лучших – те, кто прошел отборочные туры в разных областях нашей страны и регионах России. Сочинение, риторическое мастерство, конкурс, знатоки и многие другие испытания предстоит выдержать белорусам и россиянам. Оценивать способности ребят будут известные ученые, ведущие преподаватели и учителя. Чем увлекается современная молодежь и что общего у ребят из двух стран, узнавала Анастасия Бут. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры. Елизавета Лысенко из лицея БГУ едва ли не все произведения Гумилева знает наизусть. Еще девушка обожает классическую прозу, пишет сама, правда, пока только сочинения. А еще живо интересуется историей. Интересна жизнь Франциско Скорины, который, вот если посчитать, что если он родился вот около 1490 года, когда в 1506 году он закончил Краковский университет, ему едва было 16. Человек, который младше меня, ну, примерно моего возраста, он уже закончил Краковский университет и получил степень доктора вольных наук. Олимпиада школьников союзного государства для Лизы уже не первая. В прошлом году в Москве девушка получила диплом второй степени. В этом явно нацелена на победу. Как говорит руководитель нашей команды, выигрывать сильнейшим. А вот Рязань, мой родной город. А вот и другая Лиза из России. Она один из главных конкурентов Беларуси. Обе девушки, помимо обязательной программы, выбрали для себя одинаковое дополнительное направление – конкурс знатоков истории. А в битве ума и нервов, как говорится, все средства хороши. Правда, девушки лучшим оружием посчитали дружбу. Здесь очень умные ребята, они все очень талантливые, но конкуренция, она
незаметно, потому что мы живем как единая команда, все друг за друга переживаем. Всего в Олимпиаде союзного государства, которая проводится с 2004 года, участвует порядка 180 старшеклассников. 21 команда из разных регионов России, 9 со всех уголков Беларуси. Естественно, до финального этапа, который сейчас проходит в Полоцке, дошли лишь лучшие из лучших. Для Беларуси, например, победители этой Олимпиады попадают в список одаренных детей, и у них появляется очень хороший шанс поступить без экзаменов в высшее учебное заведение по профилю Олимпиады. Белорусы или россияне станут лидерами Олимпиады? Прогнозировать сложно. Точно известно лишь одно – победят школьники союзного государства. Софийский собор и Иезуитский коллегиум – памятник войне 1812 года. Сегодня школьники союзного государства ознакомились с достопримечательностями древнего Полоцка. Уже завтра им предстоит пройти первое испытание – написать сочинение. Продлится Олимпиада неделю. По ее итогам победителя наградят ценными призами и специальными дипломами. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. День белорусской экономики в Берлине. В столице Германии состоялся масштабный бизнес-форум. Здесь пересеклись интересы белорусских и немецких чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов. К слову, между двумя странами динамично развивается сотрудничество в различных сферах. Товарооборот превысил 3 миллиарда долларов. И, возможно, сегодняшний форум станет новой отправной точкой. Из Берлина передает наш корреспондент Яна Шипко. Интерес к белорусскому форуму в Берлине превзошел ожидания. Заявки от немецких участников организаторы принимали до последнего момента. Сегодня в Берлин съехались десятки промышленников, предпринимателей, банкиров из разных уголков Германии, чтобы наладить деловые контакты с представителями Беларуси. Взаимовыгодное сотрудничество заинтересовано интенсифицировать обе страны. Германия для Беларуси приоритетный торгово-экономический партнер. Немецкий бизнес, в свою очередь, в последнее время смотрит на восток. В свете этой тенденции привлекательность Беларуси для ведения бизнеса растет. Наша страна – своеобразные ворота на многомиллионный рынок таможенного союза. Белорусско-немецкие отношения для нас очень важны. Для Германии, как члена ЕС, это значимый партнер в Восточной Европе. Сегодня мы рады возможности обсудить с белорусскими фирмами вопросы торговли и инвестиций. Мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества. У владельцев и топ-менеджеров немецких компаний сегодня была возможность присмотреться к потенциальным партнерам. Представители всех регионов Беларуси привезли на форум свои инвестиционные предложения. Немецкий капитал сегодня планирует активнее привлекать модернизацию производств и альтернативную энергетику. Конечно, это сотрудничество нелегкое. И я сегодня в первый раз видел новые аспекты, которые очень хорошо, по-моему, поддерживают дальнейшее развития экономического сотрудничества. Я думаю, что именно этот экономический таможенный союз с Россией, с Казахстаном позволяет, что способствует тому, что больше инвесторов, больше бизнеса Евросоюза будет заинтересовано смотреть на Беларусь и пойти через Беларусь уже в этот российский, казахский рынок. Я сам 23 года работал в мэрии города Франкфурт-на-Одре, город побратим с городом Витебском. Сейчас я начинаю поддерживать малого бизнеса в сотрудничестве. И я думаю, что сегодня я нашел многие хорошие аспекты моей дальнейшей работы. Германия, как и Беларусь, торговая страна. Экспорт занимает львиную долю ВВП обеих стран. И хотя конкурировать на немецком рынке непросто, практически все товары Германия производит сама. Многие наши бренды здесь уже хорошо известны. Вот как раз сейчас открывается вторая половина форума, на которой уже будет конкретная работа. Это, безусловно, в первую очередь те проекты, которые предусматриваются широкой программой модернизации белорусских предприятий, в которых в некоторых из них уже участвует немецкий капитал, а в некоторых есть хорошие предпосылки. Я думаю, что по итогам наши представители бизнеса, они лучше об этом смогут рассказать. На такой уровень взаимодействия с немецкими партнерами наши предприятия вышли впервые. Сегодня было подписано и важное соглашение о сотрудничестве между одним из ведущих немецких банков и Белорусским банком развития. Немецкие предприятия и банки заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Беларусью и увеличивать товарооборот. Мы сегодня впечатлены потенциалом Беларуси. Сегодня важное событие, чтобы лучше познакомиться и поговорить о развитии торговли. Конечно, Германия является одним из лидеров в производстве сложного технологического оборудования, и традиционно Республика Беларусь
использовала немецкое оборудование для модернизации своих предприятий. Поэтому это, здесь банки должны использовать финансовые возможности для того, чтобы предложить нашим клиентам лучшие условия по финансированию немецкого импорта. В кулуарах форума уже звучали предложения от принимающей стороны сделать День белорусской экономики в Германии регулярным. Но сегодня деловые круги двух стран нашли точки соприкосновения, теперь предстоит работа на перспективу. Так что, например, в ближайшем будущем в Беларуси предприятий с немецкими корнями станет больше. Яна Шипко, Илья Пучко, телекомпания СТВ, Берлин, Германия. Болельщики штурмуют кассы. Сегодня стартовал третий этап продажи билетов на чемпионат мира по хоккею в Минске. Теперь можно купить абонементы на матчи всех национальных сборных команд. Абонемент включает пакет билетов на 7 матчей. Это встречи, которые они проведут в своих группах на предварительном этапе. Напомню, что для иностранных граждан билет на матчи заменит визу на пребывание в нашей стране. Сам же чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года. Тем временем к чемпионату мира по хоккею готовятся не только спортсмены, но и работники различных сфер, которые будут задействованы во время форума. Причем, если свои основные обязанности большинство из них знает досконально, то специальные навыки для такого события приходится подтягивать. К примеру, английский язык. Уже сейчас его учат сотрудники милиции, работники торговли, кондукторы и даже таксисты. На уроках английского побывал Дмитрий Боярович. All together. One, two, three. Let me see who likes coffee and who likes tea. В одном из столичных универмагов сегодня English Day. Говорить и, главное, продавать учат на иностранном. Лексика специальная. Для продуктового отдела спортивных товаров, одежды и галантерии. Плюс ситуативная практика. Объясняют, что говорить, если покупатель приходит по-английски. Знания, прежде всего, для того, чтобы они могли общаться. Уметь правильно среагировать на то или иное, значит, обращение какое-то. То есть соблюсти какой-то речевой этикет. Программа для работников торговой сферы интенсивная. Три раза в неделю по две пары, причем без отрыва от основных обязанностей. Тех, кто учится, заменяют за прилавком. В учебных же аудиториях форма работы, как в университете, зачеты и контрольные, к тому же задания на дом. Приходя домой, нам еще приходится и читать, и писать, как в студенческие годы. Мы будем заниматься 4 месяца, так что, я думаю, к маю мы будем во всеоружии. There is a hotel in this area. Is there a hotel in this area? Hotel. Но эта учебная группа, можно сказать, оперативная. В качестве учеников сотрудники ГАИ, отделов охраны правопорядка и спецподразделений. Сегодня 10 человек занимаются третью неделю. Каждое занятие начинают с новых фраз и с оригинального английского. The capital city of Belarus is Minsk. It is a modern city, populated by nearly 2 million. Они владеют уже информацией, как сказать, какие у нас сколько районов, столица Беларуси и так далее. Конкретно уже их служебные обязанности. Мы рассматриваем такие ситуации, как дорожные знаки, неисправности на дороге, вызов полиции, сервис, стало недавно плохо человеку, авария. Язык учат не все сотрудники милиции. Для этого выбрали лучших из лучших. В столице, к примеру, это 500 человек. Базовые знания у них уже есть. Минимально смогу объяснить, как пройти, чтобы человек мог предъявить документы. Учиться преодолевать языковой барьер в преддверии чемпионата мира будет не только милиция и торговля. Подтянут английские сотрудники МЧС, таксисты и даже кондукторы. Тоже касается дикторов на вокзале, билетных кассиров и носильщиков. Для них разработают разговорник, чтобы научить. У образовательных центров едва хватает преподавателей. Отобраны преподаватели хороших категорий, высоких категорий. Первая, вторая категория в основном у нас работают и высшая категория преподавателей. Судя по отзывам, все очень довольны. Курсы иностранного закончится к маю, чтобы к хоккейному мундиалю быть в полной лексической готовности. Однако спортивный форум, пусть и главная, но не единственная причина, по которой службы сервиса и охраны постигают иностранный. Чемпионат пройдет, а знания наверняка останутся. Дмитрий Боярович, Юрий Никитюк и Максим Роговнев, телекомпания СТВ. Инвестиции в искусство. Более 3 миллиардов рублей из фонда президента Беларуси направлены на финансирование творческих и иных проектов. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение. Наибольшая сумма 950 миллионов рублей выделена на организацию проведения кинофестиваля «Листопад». Также финансовую поддержку получит молодежный театр эстрады и театр имени Горького. За эти средства купят сценическое оборудование. Кроме того, деньги выделены Национальному историческому музею и Полоцкому историко-культурному музею.
музею-заповеднику. В частности, ему достанутся 420 миллионов белорусских рублей. Деньги необходимы для реставрации и музеификации ценностей. Так, в художественной галерее создадут экспозицию «Стенопись Спаса Преображенской церкви 12-19 веков». В Полоцке есть уникальный памятник. Это Спасо-Преображенская церковь XII века, которую построила Ефросинья Полоцкая. И в этом уникальном памятнике на сегодняшний день сохранилось 3, а иногда и 4 слоя настенной живописи. Вот перед вами фрагменты тех композиций, которые были уже художниками отслоены, перенесены на новую основу, и при дальнейшей реставрации они попадают уже в постоянную экспозицию. А в этой постоянной экспозиции мы сможем рассказывать и об истории, и о культуре, и о вкусах времени, о религии. Жизнь в картинках. Художники-аниматоры всего мира сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Новые кинорынки и неожиданные фестивальные признания. Мастера рисованных фильмов из Беларуси в этом году уже покорили Канны, на очереди Болливуд. Впервые отечественная анимация будет представлена на форуме в индийском Мумбаи. Реальность и перспективы белорусской мультипликации в материале Натальи Шнитко. Праздник без отрыва от производства. Из одной комнаты доносится песня «Жаурука», в другой продолжаются приключения рыбки по имени Нельзя. Белорусские художники-аниматоры создают по 90 минут мультфильмов в год. Время, казалось бы, небольшое, но это минимум 150 тысяч рисунков. Кого-то не хватает. Кого-то не хватает. Отечественную анимацию ждут на самых престижных мировых кинофорумах. В индийский Мумбаи на международный детский фестиваль «Золотой слон», который откроется 14 ноября, белорусы едут впервые. Конкуренция здесь высока. Чтобы завоевать главный приз белорусскому мультфильму «Пилипка», нужно обойти претендентов из 38 стран. Отечественные художники-аниматоры делают ставку на народный колорит. Это фильм по белорусской народной сказке «Пилипка, сынок». Единственное, немного поменялся сценарий. Ну, чуть-чуть не так кровожадно все заканчивается, как в оригинальной сказке. А я знаю, что этот герой очень нравится детям, потому что он активный, самостоятельный, выходит из сложной ситуации. Только Бабу-Ягу режиссер мультфильма Татьяна Кублицкая перерисовывала бесчетное количество раз. Чтобы создать 6-минутную анимацию, команда мультипликаторов трудилась больше 7 месяцев. Выпустить мультфильм, как и выносить ребенка, и сложно, и радостно. Результат уже оценили дети на фестивале в Штутгарте. Дети принимали мультфильмы хорошо. Они реагировали и в каких-то местах замирали и болели за главного героя. Маленькие герои открывают большие перспективы. В эти дни отечественным мультипликационным картинам рукоплещут в итальянской Флоренции. А уже 31 октября 5 лент наших кинематографистов отправятся покорять Олимп большого фестиваля мультфильмов в Москве. Эту вершину мы взяли год назад. В Минск уехало золото и серебро форума. Эх, этот хлопчик такие добрые, что, напевно, зусим не смачный. Ставка на национальные мотивы и, что называется, хендмейд. Анима, душа картины, не создается машинами, но присуща рисованной анимации. Компьютерная 3D-анимация, ее очень много. И, в принципе, как бы она уже перестала удивлять. Рисованная анимация – это все-таки ручная работа. Любая ручная работа – это элемент сиюминутного творчества какого-то. Вот в рисованной анимации волшебства больше. Только в этом году отечественные мультфильмы завоевали признание на международных кинофорумах в Украине, России, Чехии и Германии. Были представлены на знаменитом Каннском фестивале. Наталья Шнитко, Сергей Курков, телекомпания СТВ. И последнее. Теплую погоду в ближайшие дни обещают синоптики. Днем плюс 12-14, местами дожди. А вот сменить туфли на сапоги белорусским девушкам советуют уже в четверг. Отмечу, что такая погода нетипична для октября. Температура на 7-8 градусов выше климатической нормы. На этом выпуск завершен. Далее столичные подробности. Итоги дня в 22:30. Екатерина Забинько. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на СТВ.